Здравствуйте, меня зовут Михаил Митько. Программа «Воскресный гость» у Сергея Лозаковича. Я принес сегодня, вопреки обычаю, не новую песенку, песенку старую. Я ее практически никогда не пел. Но как получилось, не так давно пел своей любимой женщине разные песенки, спел эту, она ей очень понравилась, говорит, почему ты ее не поешь, пой. Ну вот, значит, выполняю приказ. Песенка называется «Звездою быть я не хочу». Звездою быть я не хочу, не теплый свет. Я воплотился бы в свечу, хранить от бед. А может, лучше в костерок, в лесу гореть. Я б снова смог плясать и петь. Я б снова смог плясать и петь, чтоб друг сидел костерка, молчал, курил, и танец мой на угольках в зале следил, чтоб грусть его прогнал во тьму костра огонь, чтоб воля чудилась ему и верный конь, чтоб воля чудилась ему и верный конь. А я звездой быть не хочу, с высот светить. Я воплотился бы в свечу, чтоб в доме жить. Свечой светящей со стола, кривой и коптящей, но все же от горести и зла родных хранящей, но все же от горести и зла родных хранящей. С вами был Михаил Митько, программа «Воскресный гость» у Сергея Лозаковича. До встречи!